38 малышей появились на свет 16 декабря в Атырауской области. По традиции, мамы и новорожденные получают поздравления и подарки. Все они, по словам медиков, чувствуют себя хорошо. Кроме приятных сюрпризов, в стенах родильного дома даже устраивают мини-концерты. Со стороны управления здравоохранения мы стараемся сделать все не только для того, чтобы постоянно повышать уровень медицины в регионе, но также и подобные акции, чтобы даже в стенах больниц и родильных домов пациенты чувствовали праздник, чтобы у всех было радостное настроение.